Этот год получился вообще не очень простой, и в связи с тем, что и после Олимпиады, вот как вы уже сказали, было сложно адаптироваться, и по здоровью просто все так складывалось, что все мои старты были после болезни. Но в итоге я вот летом вторых места на России заняла, но также, ну так нас не выпускают на международную арену, хотелось бы уже посоревноваться где-нибудь, ну а пока сидим здесь дома.